Всем привет! Всем привет, друзья! По многочисленным просьбам мы решили сегодня с мамой начать наше видео с обзора наших деревьев в саду. Вы очень часто спрашивали, а почему вы не засаживаете ваш огроменный огород деревьями? Потому что деревья могли бы спасти от таких сильных ветров, которые, да, у нас здесь около моря. Так вот, отвечаем на вопрос. У нас очень много деревьев, молодых саженцев, но для всех них, чтобы они выросли, нужно время. Поэтому вот сегодня мы пройдемся по нашему саду-огороду и расскажем про все деревца, что у нас есть, когда они были посажены. Расскажем в том числе и про те, которые не прижились, такие тоже есть, потому что за то время, что мы здесь живем, мы уже посадили достаточно много деревьев у себя в огороде. Пойдемте. В общем, какого принципа мы придерживаемся? Мы захотели засадить именно, да, по периметру нашего участка. У нас получается вот вдоль забора сидят деревья. Что это у нас за деревья? Это у нас нектарин. Нектарин и персик. Да. Это молодые деревца, когда они были посажены? Примерно. Так, это у нас в 18 году мы посадили, а то дерево мы посадили в 16. И эти два дерева уже плодоносят. В прошлом году они первый раз у нас, да, плодоносили? Вот персик в том году, нет, персик уже 2 года как плодоносит. На нем было столько персиков. Вот жалко, что ты не снимала, не показывала. Просто изобилие было, потому что, ну, хорошо плодоносило. Прошлый вообще год был, да, персиковый, можно, да, так сказать. Да, в том году компоту столько наделали. Угу. Вот хорошо плодоносило. Просто вы не представляете, насколько эти деревца маленькие, да, казалось бы. Но они были просто увешаны, ветки ломились. Мы думали, что ветки сломаются от, да, этих персиков. Да-да-да. Дерево инжира, оно уже было здесь посажено. То есть было посажено прошлыми хозяевами. Вымахало оно уже огроменным, оно также плодоносит. Инжир мама сделала. Получается, пастилу. Мы не знали, куда девать инжир, и я первый раз решила попробовать сделать пастилу. Очень вкусно, делается быстро. Я столько много сделала, до сих пор едим. Еще расскажи, как вы использовали этот инжир. Это расточительство, я считаю. Это первый год, мы не знали, куда его девать. Ну, куда его? Ну... И как вы использовали его? Папа решил какую-то там сделать... Свои напитки, да, свои, представляете, напитки. Ведро инжира, или сколько было ведер? Да много было. Было очень много ведер инжира, и папа решил сделать из них напитки. Чтобы вы понимали, я когда была в Санкт-Петербурге, я видела, что одна штучка инжира стоит там рублей 45, а тут целое ведро, неизвестно сколько килограммов ушло на напиток. Для меня, конечно, это шок, но пастила... Пастила — это еще хорошо. И она, кстати, очень такая интересная, такая приторная очень. Друзья, я очень надеюсь, что все слышно, потому что ветер сегодня у нас очень-очень-очень сильный. Так, это что за деревца? Тоже персик. Мы очень много садили персиков, но не все персики прижились. Почему мы садили в этом месте? Потому что у бывших хозяев именно на этом месте раньше сидели деревца персиков. Но они уже были срублены, и мы решили не заморачиваться, в этом же месте посадили. Это у нас кустик смородины. Смородины. Я в том году посадила. Еще она нас не радовала пока. Нет, но она еще маленькая. Маленькая. Маленькая еще. Так, это что за дерево у нас? Это тоже персик. Тоже персик. Да, ну, тоже у нас персик. Здесь ряд персиковых деревьев. Да. Будем стараться говорить погромче, чтобы зрители максимально могли услышать, что мы вообще говорим. Так, это что за дерево? Это у нас слива. Слива. Это слива. Но она как скрещенная с чем-то. Она получается желтая слива. Mm. Необычная, помнишь, да? Как хорошо. Обычный цвет сливы. Вот такая слива. Давай пройдем к тем деревьям. Да. Это у нас, как вы видите, инжир. Даже, кстати, еще даже остались. Почему-то они здесь, мы их не убрали, надо, ну, их, да, уже убрать. Инжир, молодое дерево. Mm-hmm. Вот, собственно. Надо их убрать. Вообще, надо их это собрать все. Сжечь вот эти все, которые, угу, такие непонятные. Видите, папа уже, ну, сорт подстриг некоторые другой деревья. Другой сорт. Именно темный инжир. Тут инжир у нас светлый, это темный инжир. Так, следующее дерево. Тоже персик. Ну, на этом персике были позатом году персики. А в том, ну, получается,
персики были в 2020 году, а в 2021 году почему-то не было на этом дереве. Вот как-то так. Следующее дерево очень необычное для этих широт. Многие писали, а что вы не посадите гранат? Заявляем открыто, у нас есть гранат. Он очень долго просыпается, поэтому он в нормальном состоянии. Я видела, что очень многие укрывают гранат на зиму. Ну как-то я же посмотрела в поселке, у кого большие деревья, никто их не укрывает. Ксюша, если сравнивать другие районы, я с тобой согласна. Но в нашем районе, в нашем вот именно районе, хурму, ни виноград никто не укрывает. В других районах... Виноград? Виноград укрывают в других районах. Виноград, инжир укрывают, а у нас не надо, у нас теплее намного. Хорошо. Но в любом случае ждем комментарии от знатоков, кто тоже выращивает гранат. Так, дальше мы идем, я думаю... Здесь у нас тоже? Хурма, но она пропала. Хурма пропала. Хурма росла несколько лет, но почему-то года два назад она просто раз листья сбросила. Мы думали, ну что с ней случилось? Я ее постоянно поливала. Она здесь в краю находится, я постоянно водичку сюда поливала, и она раз листья сбросила, и все, пропала. То есть, как вы видите, у нас в этой части очень много, получается, раз, ряд, два, ряд деревьев много. Может быть, конечно, их не так заметно, да, когда мы там что-то делаем в своем огороде, но у нас деревьев действительно очень много. Ну, мы специально так сделали, чтобы можно было между деревьями как бы садить что-то такое, теняло, чтобы это все, как советуют, между деревьями садить какие-то там овощи, чтобы не так было жарко им, ну, не так сгорали. Следующее дерево, с которым вы уже хорошо познакомились из моих влогов, это молодой миндаль. Уже цветет вовсю, почечки у нас уже очень большие, листочки первые появляются. Плоды были, я помню, что были плоды. То ли их птицы съели, то ли что, плоды были. В том году первый раз были плоды. Это дерево, что у нас за интересное? Это слива. Это слива. Слива очень вкусная, очень крупная. Вообще вот такая слива. Вот, ты же помнишь? Синяя слива. Да, очень вкусное дерево в этом году, ну, получается, в 21-м уже году прошлом, очень нас порадовало. Очень много было плодов. Это черешня у нас. Тоже очень хорошо плодоносит уже. Очень вкусные это. Это, по-моему, красная. Садили мы три черешни. Две черешни прижились, одна пропала. Но одна вот хорошо плодоносит, а другая нет. Почему так вот? В одно время покупали, в одно время садили. Разные сорта. И вот так. Как вы видите, вот у нас получается, начинается вот этот вот ряд от дома и вдоль периметра, вдоль заборчика, и до конца у нас сидят деревца. Еще пока маленькие. Так, следующее это дерево. Это груша. Сегодня такой ветер сильный. Ну, не знаю, что получится. Груша. Ну, было только один плод в том году. Только первый раз, один раз еще. Угу. Она тоже молодая еще. У нас тоже инжир. Ага. Пойдем. Видите, эти деревья настолько маленькие, что в большинстве своих на видео вы их просто не видите. Это у нас кизил. Кизил. Но я не знаю, что с ним случилось. В том году он цвел, а летом что-то не стало расти. Не знаю, что-то с ним случилось. Скорее всего, хотя лето в том году было очень хорошее, и дожди были, и мы поливали. Ну вот что-то случилось. У нас два дерева, да? Они пропали. Вот что с ними, я не знаю. Ну, цвел весной, летом листики были. Это тоже кизил. Так. Вот это дерево, это алыча. Ага. Не знаю, вот, видимо, такой саженец нам попался. Не растет, мы его уже и как бы формируем, за ним следим и подкармливаем, и мульчирую вот я вокруг этого. Ну, не хочет расти, не растет и все. А здесь у меня посажены семенами. Я косточками посадила, не знаю, что получится. Еще мы дойдем до конца огорода, потому что там у нас экспериментальные деревца, саженцы, очень интересные. А что это? Это у нас хвойные деревья. То есть, видите, все эти ямки – это пробники, так скажем, наших хвойных деревцов. Посмотрим, что получится. Да, приживутся, конечно. Не приживутся, не знаю. Захотелось, чтобы у нас в огороде это росло, в конце огорода. Как да, было. Как бы, чтобы если они вдруг выросли, они здесь закрыли бы, очень классно было бы. В общем,
Вот они, такие вот. Ну, вроде, кстати, не желтые. Да, хотелось бы, конечно, чтобы прижиться. Их нужно поливать, конечно. Да, начинаю все поливать. Все-все, постоянно поливаю. Вот, видите, сколько у нас их. А когда они были посажены? Ну, мы их в том году посадили. Осенью? Да. Ну вот как бы зиму-то они вроде пережили, некоторые не пережили, некоторые вот, ну, видите, да, сухие. А вот некоторые очень, по-моему, себя неплохо чувствуют. Вот, например, да? Ну да. Видно, что вроде как прижилось, ну дай бог, чтоб прижилось. Вода рядышком, пожалуйста, только шланга будем под, ну, поливать и будем постоянно следить за этим, потому что за ними надо будет, да. Пойдем в ту часть нашего огорода. Это да, друзья, это еще не все. Это еще не все деревца. Сколько их? У нас очень много. Даже это не считали. Дерево было очень хорошо подносило, но стало засыхать. Это яблоня? Да. Яблоки были очень хорошие, я яблоня помню. Яблоня называется, это у нас семеренка была. Мы даже на зиму оставляли, но стала сохнуть. Ну, она уже старая, конечно. Стала она еще прошлых хозяев. Да. Вот это у нас груша. Знаете, я рядышком посадила яблоню, думаю, ну все, я тебя уберу. Не плодоносишь, и что вы думаете, посадила яблоню? В том году столько было груши, ты же помнишь, Ксюша? Ага. Сколько мы ящиков заготовили от груши. Груша вот тоже старенькая уже, видите, хотели ее, да, уже, а да, она такая, не-не, вы что, я еще, да, в порядке. Вообще, за столько лет первый раз она нас порадовала, столько было груши. Ой, груша очень хорошая. Так, ну это тоже, ну здесь у нас практически все посажены яблони разных сортов, ранние, поздние, ну это все, вот здесь у нас целая аллея, две аллеи, это, да, все яблони посажены. До конца, ну то есть у нас, ну, очень много деревьев. Посмотрите. Как мы разделили наш огород? С той стороны деревья, потом место для посадок, потом у нас несколько рядов виноградника и снова деревья, и потом еще рядок виноградника. Ну он уже старый, старый, там, но старый, мы. Ну там они практически, да, они как-то не особо плодоносят эти виноградники. Да. Так еще. Я, правда, садила там еще ежевику, не прижилась, не знаю. Садила ежевику, мне дали столько кустиков, и ни один кустик не прижился. Так. Вот здесь все яблоньки у нас. Видите, у нас здесь вот старые пни, тут тоже яблони были у нас. Да, эти все были, они были яблоньки, они стали что-то все хуже и хуже, и мы решили их убрать. Да, видите, что они, конечно, вообще как работают, но надо будет все равно работать. Эту яблоньку выходил муж, она что-то так все болела, болела, но это не наша была яблонька, еще хозяев была. Ничего, в том году уже были яблочки. Причем крупные очень. Да, очень крупные яблочки. Это радующий нас персик. Два дерева у нас. Два дерева. Тоже очень молоденькие, но уже тоже радовали прошлым летом. Садили мы же много персиков, не все приживаются персики. И у нас здесь дерево груши, старое очень. Вот. Ну, плоды есть. Плоды есть. Плоды есть, поэтому мы пока его оставляем. Черешня у нас. Плодов немного было, хотя садили в одно время. Такой же одинаковый уход. Посмотрим, как будет в этом году. Ну, вроде почки есть. Что же уже будут плоды? Абрикос, как вы видите, достаточно большой уже, да, но еще ни разу не радовал вообще. Это у нас зизифус. Унаби, как говорится, да. Унаби, зизифус. Два дерева. Два. Очень колючие, их надо подстригать, потому что на дорожке лезут и порой неудобно очень ходить. Есть у нас еще грецкий орех. Старое дерево. Уже тоже не плодоносит. Ну как, оно плодоносит, но плоды такие какие-то все гнилые. Почему, да, так происходит, не знаю. Какая-то, видимо, очень болезнь. Очень мало хороших плодов. Они бывают. Я вот иногда хожу, собираю, попадаются хорошие, но практически все плохие. И вроде бы убрать надо его. Нет. Ну, жалко как-то. Я защищаю это дерево, потому что это самое большое дерево, во-первых, у нас. И оно затеняет, и я очень люблю под ним сидеть летом. Поэтому его трогать вообще нельзя, я считаю. Еще есть три дерева фундука. Вот это два дерева. Третье оно там за домом. За домом.
Тоже радует нас фундучок этот. Видите, уже листики скоро проснутся. Вот он. Зеленеет на глазах. Два больших дерева, с которых мы ежегодно собираем приличное количество вишни, сушим, компоты делаем. Компоты мы даже сейчас открываем, да, постоянно. Вот. У нас несколько деревьев вишен, получается, 4. Вот здесь два. Да, за домом один и перед домом у нас. Эти деревья вишни очень высокие, поэтому вот приходится на самый верх залазить, чтобы собирать. Либо лестницы пользоваться, либо вот так вот просто. Ну, как бы тяжеловато с них собирать. С этих ветвей-то легко, потому что вот они как бы человеческий рост. А дальше я уже там летом сама лазию по этим деревьям. Мы посадили вишню. Она какая-то скрещенная, она черешня, вишня. Да, она по даже вкусу не, какая-то вообще она, вообще даже не похоже, что это вишня. Но посадили для того, чтобы, ну, на замену. Потому что все равно же нужно обновлять сад. Еще покажем вам деревья, которые у нас сидят перед домом нашим. Тоже много деревьев сидят. Итак, у нас здесь, во-первых, есть три березки. Это напоминание об Урале. Высадили прошлые хозяева. Березкам здесь, ну, тяжеловато, потому что климат такой. Приходится поливать. Да. Хотя даже меня удивляется, зачем ты, говорит, поливаешь деревья, как, зачем? Потому что они сохнут. Они сохнут. Я поливаю специально вечером. Вот, ну ладно, хорошо, у нас вода есть, да, и я поливаю. Это у нас дерево вишни. Что мы еще посадили? Ну, перед домом я посадила уже чисто для украшения деревья. Название их уже не помню, потому что мне тоже дали эти саженцы, такие вот они пушистые, красивые. Еще у нас есть жасмин, который очень красиво цветет и пахнет. Даже можно чай заваривать. А ты заваривала? Ну, я не заваривала как-то, нет. Наша мечта была высадить вот эти вот деревья, которые здесь очень на юге хорошо растут. Как они называются у нас? Вот каждый раз забываем, понимаете? Вот напишите, как они называются. Забываем. В общем, они здесь на юге очень хорошо растут. У нас в поселке есть огромная аллея. И мы надеемся, что у нас когда-нибудь эти деревья вымахают и тоже будут здесь краста перед домом. У нас их несколько. Прижились вот только вот эти вот. Прижились три, а было три. Очень много. Да. Еще какие у нас деревья есть? Сирень. Подходим. Сирень тоже, да, она нас радует. Очень красивое дерево. Это уже все для красоты, конечно же. Ну вот такие вот в нашем саду деревья, очень много. Вот интереса ради, кто сможет посчитать, напишите в комментариях, сколько насчитали вы деревьев в нашем саду. Поэтому те, кто писал, что «А чё у вас нет деревьев?» Деревьев-то у нас море, просто вы их не замечаете. Поэтому я думаю, это видео отличный ответ на вопрос «А сколько у вас деревьев? А что у вас в саду есть?» Вот так вот. Смотрим редиску, взошла ли она. Ну, наоборот, ее. Да! Есть, да? Ух! Есть уже, да. Радостно-то как. Ага, все. Сейчас мы... редисочка ну-ка, наша. Ну-ка, девочки. Сразу девочки. Девочки тут у нас уже все, бегают. Вот есть. Она, редиска. Ура! Только сейчас полить отлично. Тут сюда разные семена же. Это ага. Вот, которые зеленые, а это другие уже. Да. Ну, уже взошла, все уже. Надо отлично. Только будет полить ее. Да. Ветер, видишь, какой сильный. Даже сейчас не знаю, как ее открывать, поливать. Надо бы, конечно, полить. Ветер. Не надо. Капать пленки туда все равно. Туда не здесь тоже положить. Туда не будем трогать. Пусть так пока, да, еще рано, потому что я обычно так и делаю, я оставляла ее, когда она уже побольше вырос, потом убирала пока. Папа у нас обрезает виноград. Такой ветер. Один ряд он в прошлый раз делал, вот такой вот длинный ряд. И вот сейчас приступил уже ко второму ряду.
еще нужно, как называется это, подкапывать или как? Рыхлить и убирать траву у чеснока. Чеснока у вас здесь огромная плантация вообще. Ну так. Вот, собственно, этим и надо заняться. Да, вчера такая была погода, по крайней мере, хорошая. Сегодня, знаешь, какой ветер холодный. Ну все, февральские окна закончились. Февральские окна закончились, все тепло от нас ушло, и теперь в марте у нас будет прохладная погода, вот такая вот пасмурная. Температуру обещают у нас где-то 6 градусов, там 4-6 градусов. После февральских плюс 15 это кажется прямо холодом. Ну вот так всегда. Вот природа почему-то такая интересная, что вот всегда в феврале есть февральские окна, теплые дни. В прошлые годы, когда я снимала видео, очень много и часто писали таких комментариев, типа, вот они ничем не занимаются, только ездят по морям, отдыхают. Но, друзья мои, все это время, пока мы ездили по морям, у нас все так же был дом, частный дом с 20 сотками, за которым нужен был уход, на котором мы также все выращивали. Просто это все оставалось за кадром, мы ничего этого не показывали. Поэтому у людей складывалось такое однобокое ощущение, будто мы ничем здесь не занимаемся, кроме как ездим, отдыхаем. И, конечно, у людей зависть какая-то, но понимаете, что жизнь в своем доме у моря — это не каждодневные прогулки у моря, это каждодневное сидение на грядках. И как отдых мы старались выбираться на море, поэтому для нас это был как выходной день, как небольшой отпуск после того, как ты вот этим всем занимаешься, как награда. Вот. И в этом году я решила показать вам полноценный наш огородный сезон, все то, чем мы занимаемся здесь ежегодно, вот с того времени, как мы сюда переехали, чтобы это не оставалось за кадром. Поэтому, если вы думаете, что вы переедете на юг, к морю, и вы будете каждый день совершать прогулки около берега моря, любоваться им, то я вас огорчу. Если вы еще и купите вот такой вот огромный огород, вы будете только сидеть постоянно на грядках, и все. Вы будете опрыскивать деревья, поливать каждый день все, что вы насадили. А если еще и живность заведете, так вообще, можно сказать, невыездными будете. Поэтому не судите людей, вот то, что вы видите, блогеры даже, наверное, и большей части не показывают своей жизни, потому что, ну, невозможно все показать. Вот, поэтому вот в этом году я решила начать вести на своем канале такую рубрику о том, чем мы занимаемся здесь, на Кубани, как протекает наш огородный сезон, то, что, вот считайте, мы уже начали все с февраля делать в огороде, и еще, ой-ой-ой, сколько впереди. А вот уже летом, когда начинается жара, мы, конечно же, также будем все поливать, вот, но уже будем чаще выезжать на отдых. Поэтому пока у вас снега, холода, зима-зима, вьюга, у нас вовсю идет работа. Вот. А когда уже у вас потеплеет, вы все поедете в отпуска, мы тоже будем отдыхать. На Кубани так. Лето – это время отдыха, а вот весна и зима – это время плодотворной работы. Ксюш, не соглашусь с тобой. Mm-hmm. Если купят люди квартиру, в квартире-то они будут отдыхать. Ну, в квартире-то, конечно. В квартире-то они захотят отдыхать целыми днями, но это надоест. Вот бесконечное хождение. Ну да. Вот это ездить, от этого просто устанешь. Ну да, у нас же есть такие зрители, которые там переехали в Анапу в квартиру, например, и они нас не понимают, они во многом с нами, например, не соглашаются, то, что мы говорим.
потому что квартирная жизнь на юге и жизнь на юге в своем доме — это вообще абсолютно два разных понятия. И пока вы не побудете на нашем месте, то судить нас не надо, понимаете? Вот ты говоришь, мама, а когда ты работала, вот как ты все это успевала? Я вообще не знаю, как я успевала. Я ведь на работу ходила 5 дней в неделю и 2 выходных. И папа постоянно на работе был. Потому что его вызывали постоянно ночами и все выходные дни. Но я помню, что вот ты приходишь вечером с работы, темнота, и вы идете в огород, что-то делаете. Конечно, уже в темноту, потому что темнеет рано на юге. Темнеет рано, и как-то все успевало. Я тоже всегда это себе задаю. Как это все успевало? И садили мы больше всего, потому что все хотелось попробовать. Вот такие дела. Так что, друзья, прежде чем что-то писать, вот подумайте, встаньте на наше место. Вот. Поэтому жизнь на юге в своем доме — это не сахар. Вообще не сахар. А море — это как приятный бонус, куда можно съездить, отдохнуть и отвлечься от всего этого. У вас прошло всего лишь несколько секунд, а у нас приличное количество времени. И посмотрите, какую плантацию мы с мамой взрыхлили чеснока. Я даже не знаю, здесь можно потеряться, сколько здесь рядов. Вжух, вот так вот, представляете? Нелегкий труд все это. Очень нелегкий. Такое вот поле чеснока у нас. Тем временем у нас появилось все больше и больше росточков. Прям уже даже густо. Вот видно, где мы несколько семечек посадили. Там зашло несколько. Ну, знаете, семена были такие маленькие-маленькие, что тут не уследишь. Одно-то семечко в землю кинул или два. Рядом, как вы помните, у нас стоит еще перчик. Мама говорит, я постоянно ковыряю, смотрю, что там с семечками. Нет, что там пока с семечками? Ну вот в одном маленько проклюнулось, этот еще что-то нет. Что там? Мне просто интересно. Вот я всегда... А где проклюнулось? А вот сейчас, вон, видишь, уже точно. Росточек, все, вот сейчас закроем. Отлично. Ну просто, знаешь, ждешь и думаешь, что-то долго так. Вот в этом году я почему решила их... Сразу, потому что, ну, долго они и так в тряпочке проклюнутся. Ну, долго очень, и решила сразу. О, все-таки уже есть там что-то.